пытается завалить противника на грудь. Тот, в свою очередь, проводит контрзащиту кувырком вперед. Поворачивается до 180 градусов, захватывает руку защищающегося и проводит бросок шиханаги с колен. Медленное исполнение этого приема. Удар, блок, попытка заваливания на живот, кувырок вперед. Встать на колени, захватить руку, повернуться на 180 градусов и провести повторную атаку.